Знаете, что такое легкий день? Это день, который позволил безболезненно перенести тяжести этого дня и доползти до кровати. До кровати, да. А что такое тяжелый день? Тяжелый день, который оказался абсолютно пустым в своей легкости. Вот в этой парадоксальной вещи и заключается истина. Ну вот в этом сегменте, вот в этой популярной, так скажем, векторности. Истина.